движения не начинайте, потому что я вам расскажу, как правильно делать. Шеф-повар итальянской пиццерии Лоренцо Джетти проводит мастер-класс для самых юных жителей Химок. Уроженец Апеннинского полуострова рассказывает и показывает, как правильно раскатывать тесто, какие ингредиенты добавлять, чтобы получилась классическая итальянская пицца. Один из главных секретов вкусного блюда заключается в рецепте теста. По словам кулинара, оно должно содержать минимум дрожжей и настояться в течение 2 суток. Никогда тесто через полчаса уже готово, потому что, знаете, мы используем дрожжи. Мы так не работаем ни в Италии, ни здесь, потому что видно сразу, что пицца, когда режется, она остается мягкой. После полчаса, как я ел целая пицца, чувствую себя легкой. На несколько минут блюда отправляются в печь. И вот ребята презентуют первые в их жизни кулинарные шедевры, сделанные собственными руками и приготовленные на огне. Я узнал, как готовить пиццу, и сегодня в первый раз приготовил пиццу. Мне кажется, она будет очень вкусной. Она состоит из томатной пасты, из лука, из сыра, моцареллы, из грибов. Дети довольны, рады и родители, что ребята с пользой провели время. Шикарный мастер-класс. От души с детьми приготовили пиццу. Маленький мой стесняется. Младший сам приготовил вот эту пиццу самостоятельно. Да, Ярослав, тебе понравилось? Да. Поэтому спасибо большое за организацию. Мы очень довольны. После кулинарного урока для детей Лоренцо Джетти собрал вокруг себя аудиторию постарше. В дело вступили мамы и бабушки, которые теперь будут радовать своих родных и близких настоящей итальянской пиццей. Мастер-класс от итальянского шеф-повара стал возможным благодаря проекту «Химки. Интересно жить». Творческие, спортивные, интеллектуальные и кулинарные мастер-классы в Химках проходят регулярно. Проект появился благодаря просьбам жителей. Инициативу поддержала администрация Химок. Вы знаете, вообще великолепная в Химках программа, на которую с удовольствием хожу. Я уже очень много посетила мастер-классов, довольно до безумия. Во-первых, интересно, познавательно. За всю жизнь я столько не узнавала, сколько сейчас я узнала. Просто интересно до безумия. О ближайших встречах по интересам можно узнать из разных источников. Например, в газете «Химкинские новости». Больше информации в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте. Проект существует более года. За это время уже проведено почти 4000 встреч по интересам.